привет! С вами Виктория. Сегодня предлагаю приготовить вместе свежий салат без майонеза. Готовится он буквально за 5 минут, получается вкусный и прекрасно подойдет как салат на каждый день. И также мы приготовим вместе вкусный и простой соус, который придаст салатику еще более насыщенный вкус. Средними кубиками нарезаем свежий огурец. Затем редис нарезаем на тонкие пластинки. Количество ингредиентов в этом салате можно регулировать по вкусу. У меня примерно всего поровну. Далее нарезаем помидоры. Лишний сок у помидоров я рекомендую убрать. Либо, чтобы избежать большого количества сока, можно добавить помидорчики черри. Чтобы салатик получился более сытным, я в него добавляю 2 отваренных яйца. Яйца нарезаем на кубики, либо соломкой. Также в салат я добавлю листовой салат, подойдет любой. Салат можно нарезать, либо нарвать руками. Для вкуса нарезаю несколько перышек зеленого лука. Для заправки смешиваю 4 столовые ложки любого растительного масла и 1 неполную столовую ложечку бальзамического уксуса. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. Заправку солю, перчу и перемешиваю. Подготовленной заправкой поливаем салат. И хорошо тщательно все перемешиваем. Попробуйте, приготовите вы такой салат. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.